9 июня микрорайон Новая Ухта обзавелся своим фруктовым садом. Пока что маленький, но с большими перспективами. Деревья высадили рядом с домом сопровождаемого проживания. У него даже появилась своя маленькая елка. Когда она вырастет, жители смогут наряжать ее и устраивать вокруг нее новогодние хороводы. Такие акции, как данная, она, конечно, нужна, потому что вот рядом построили новый домик, да, для ограниченных людей. И место новое, объемное, да, и, в общем-то, пустырь. Конечно, мы помогли. Вот высадили деревья, надеемся, что они приживутся. У них будет яблоневый сад, где они могут в дальнейшем гулять и отдыхать. В высадке яблоневого сада приняли участие социальные работники, жители и представители районной администрации. Сама же акция приурочена к столетию социальной службы в России и Дню социального работника. Наша служба, она вообще, в принципе, она нужна нашему обществу, потому что основной аспект идет как социализация в обществе, потому что, имея ограничения, люди сразу теряются, да, как им приспособиться, как им жить в этом. Мы на это и созданы, чтобы помочь им прийти в себя и показать, что инвалидность – это еще не приговор, и можно дальше жить. И работать, и учиться. Отличным завершением акции стала беседа главы администрации Красногвардейского района с жителями Новой Охты. Евгений Разумишкин ответил на вопросы и сказал, что ждет всех на регулярных встречах, где чиновники смогут подробнее рассмотреть обращения и просьбы жителей. Ольга Казанцева, Елизавета Фролова, Борис Аксенов, Екатерина Тестова. Специально для K-Insider.